И... У. Я, кстати, забыл. Окей. В следующий раз уже включу освещение. Ну ладно. Так. PSH Pictures. Блин, я очень давно не смотрел «Пони в нашем мире». Я надеюсь, что я хоть что-то помню с того момента. Так, «Пони в нашем мире», эпизод 4. Окей. Мусорка. Черт побери. Ай. О, попал. Ха-ха, веселье утроено. Сколько очков я получила? Самому интересно. Окей. Ага, ты получила. Можно держать на меня. 1546, а у меня 0. Печально. Да, не быть мне звездой баскетбола. Я... Почему я такой долбоёб? Не, чувак, это слишком жестоко так про себя говорить. Хотя я сам любитель что-то такого сказать о себе. Fuck the shit. Я знаю, знаю, знаю. Усри свой страх. Praise the sun. Она снова победила. Так, минутку. Где это он? А, Джаред? Он в квартире Джареда? Как давно ты здесь? Или дома, я не помню. What the fuck, они перебухали? Какой сегодня день? Среда? 4 дня. 5 часов. Почему так долго? 32 минуты. 10 секунд. 53 миллисекунды. Как он это высчитал? Окей. Ты уже очень сильно задержался тут, бро. Тебе пора. What? How? Чё это было? Чувак! Дверь запечатана какой-то долбанной магией или похожей херней. Это магия Твайлайт, что ли, была? Свет гаснет. Пульс падает. Холестерин увеличивается. Натрий упал. Все очень плохо. Это бессмысленно! It's ridiculous. Спанкл, ты его Спанкл. Угробишь. Эта магия, она бесполезна. Полная хрень! Простите, я так готовилась ко многим тестам и сдала. Сдала. Он не собирается ничего сдавать! Вообще-то я здесь умираю. Он там умирает. Да, помоги ему. Да это бред, просто извинитесь. Извинитесь, ну же, давайте, ребят, это несложно. Просто ну да, вы же за дружбу. И покончим с этим. Я не буду извиняться. Пусть сначала она извинится. Я не проиграю. Это уже превратилось в какой-то спор или игру? Я ненавижу проигрывать. Да мне пофиг! Давайте уже, это же тупо! Что это за тряски? Народ, мы же друзья! Люди и пони, дружба это... нет, это... магия! Прости, магия. Как угодно! Это бессмысленно! Ребят, вы же знаете причину. Ну, просто не каждый день пони выходят из телевизора в чью-то жизнь. Вот именно. Это же странно. И у всего есть причина. Ну давайте же! Ну, может вы пришли сюда, чтобы показать, что такое настоящая дружба? Ну, то есть, честно, наши жизни изменились после того, как вы появились. Не буду врать, не особо-то хотелось. Боже мой, этот чувак все же это неплохо. Немного шарит начал. Так что, ребят, что скажете? Хоть он и не брони был вроде с самого начала. Вот видите, вот к чему мы пришли. Мы друзья. Да. Твинки! Давай. Окей, сделаем это. Окей. Они его освободили? Он там? Или... Его там нет. Что значит его там нет? Что произошло? Куда он мог деться? Джаред? Может, вентиляцию? Окей, мы... Excuse me, как он такую... Я, конечно, все понимаю, но как-то слишком плавно вырезано. Пиздец. Ну да, согласен.
Куда он мог вообще убежать? Вот это они... Вот это прикольно было сделано, на самом деле, с этим фоном движущимся. Как будто реально Твайлайт бежала. Отъебись, пожалуйста. Конечно. Что? Ложка и поломанная вилка? Пластмассовая. Вау, вау, как это вообще возможно? Все, я больше не могу. Сдаюсь. Прости. Я вот очень сильно сожалею, Rainbow Dash. Я не ненавижу тебя. Даже в какой-то мере люблю. А? Вот смотри, фоткал тебя каждый день. Смотри, вот, видишь, вот. Когда она спит или в душе, это уже... Не знаю. Это новое слово стрёмное? Это преследование какое-то. Мне на ум приходит несколько новых слов. И улетела. Да, ты ее испугал. Ну все, вставай, балда, давай. Боже. Как ты? Тебе лучше? Я жив. Мне определенно лучше. Все замечательно. Да, когда человек жив, все нормально. Я. Да, не-не-не-не-не. Все офигенно. Не-н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 е. Сейчас будет. Я думаю, он скоро придет в себя. Он вышел на дорогу. Кто мог ожидать этого? Интересно. Стоп, почему там шляпа выпала? О май гад. О нет. Новый актер! Ей! Новый персонаж пони в нашем мире. Не царапины. С тобой все хорошо. Классно. Молодец. Да он когда-нибудь перестанет умирать? Наверное, нет. Ты сукин сын, посмотри, что ты наделал! Я тебя укажу! Ты присядешь за это! Послушай, чувак, это не моя вина, чувак! Не сажай меня, чувак, серьезно, я не виноват! Так, успокойся, успокойся! Какого хрена она рычит на меня? Ты их видишь? Долбоёб! What the fuck? Applejack! Простите. Охуеть! Чё за пиздец здесь вечно происходит? Я, блядь, матерюсь тут, а она не должна. Чё за нахер? Так, с этим потом. Послушай, ты же видел его. Почему не остановился? Applejack, French без Magic, чё ты? Послушай, чувак, я не виноват. Я растерялся. Чё там ты одна из этих на заднем сиденье. Этих? Из поней? Так, чё ты несёшь? Ещё пони. Это Pinkie Pie. Эй, зацените. О мой бог! Озвучка этого чувака как? Напоминает Кураж Бомбея, кстати. Чем-то, ну, отдаленно. How dare you! Ну и чё дальше? To be continued! Тут знаете, что бы подошло? Вот такие пиздецы! Продолжение. Мне кажется, следует. Тут возможно. Такой to be continued получился бы, как... Ну, сейчас я включу, чтобы вы поняли, о чем я. И с вами был Flutter, всем спасибо, всем пока! Ну, я думаю, вы поняли, о каком to be continued я вообще говорил.